Привет, привет, мои дорогие! Как ваши делишки, как ваши детишки? Сегодня у нас вот такая вот сметана. Здесь есть у нас розовая Астана, Туркестан и крошки мела. Это все перемешала и сделала вот такую вот смесь. И знаменский. Наверное, поедем со знаменским. Вот такой кусочек. Мерабалартаки пчелорам. Шуну аде знаменский. Бурда кремана и чиндавар. Пембе Узбекистан. Туркестан. Хэмда ассорти. Кумгиби бираз тебешир. Хэпсины караштырды. Так, сейчас сначала попробуем. Hi, my dear. How are you? Попробуем, да? У меня опять приболело через секунду насморк этот. Наверное, так, продолжаем. Да, медиарус. Поедем так. Пахнет. Чуть насморк. Дашь ли мне спокойно поесть? Ой, секундочку. Извиняюсь. Сори. Просто супер. Тады. Чё гузай. Ух ты, шайм.
Посидим от тебя 2 минуты. Приспичило ей кушать, когда я ем. Теперь хочет, чтобы открыла двери. Угу. У Знаменского крупиночка до конца. Сейчас поближе вот это. Угу. Матильда 2 минуты. Сейчас.
Да, просто вкусно. Я вчера не поела. С утра ушла по делам. Обои покупала. Думаю, в коридоре надо поменять обои из-за нашей кошки. А вот, все там разодрала. И вот так целый день прошел с этими обоями. В общем, я пришла потом, не ела мел, просто дома были гости. И вот так у меня закончился день. Вот. Так и пчелорам. Дун бен емедим. О yüzden видео да чекмедим. Дун. Хэм дэ мисафирла варда геце. Olmadı. Bugün yedim. Сегодня очень хотела прям с утра мелочек пожевать, так скажем. Похрустеть. Вот похрустела. Ну, хочу вам сказать большое спасибо, что нас уже 8000. Я вас благодарю. Спасибо, что вы смотрите, ставите лайки. Относитесь ко мне многие очень уважительно, большинство. Спасибо вам за это. Будем держаться, будем идти вперед, чтобы у нас всегда все было хорошо. Самое главное — мне и вам здоровья. Так, пчелорам, teşekkür ederim. 8000 abone varmış. Bugün sabah gördüm. Hepinize çok teşekkürler. İzliyorsunuz beni, abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Şimdi devam edeceğiz. Tabii ki inşallah her şey iyi olacak. Size de bana da sağlık. En önemlisi, kalan hepsi olabilir. Спасибо, мои дорогие. Прощаюсь с вами. Очень приятно было с вами пообщаться. Хотя я вас пока не слышу. Как-нибудь, может быть, выйдем на прямой эфир. Вот. Со звуком у меня опять какая-то проблема есть, я так поняла. Но я решу эту проблему. Она, хотя меня уже очень просто достает, да, так скажем. Но надо эту проблему решить. Так что спасибо, мои дорогие. Пока-пока. Я всех люблю, целую, уважаю. Teşekkür ederim.